В Уральске повысится тариф за вывоз мусора. Вопрос увеличения стоимости коммунальной услуги рассмотрели в ходе сессии городского маслихата. Представители ТО «Оралтазсервис», ЖКХ и аким города заявили о том, что это вынужденная мера, ссылаясь на низкую заработную плату рабочих этих организаций, образовавшиеся долги организации и прочего. Наши корреспонденты продолжат тему. Вопрос повышения тарифа за вывоз твердобытовых отходов стал одним из основных на повестке дня сессии городского маслихата. Коммунальщики заявили, что для увеличения тарифа сегодня есть ряд оснований. В том числе это низкая заработная плата рабочих, нехватка средств для обновления техники и другие причины. Если мы повысим данный тариф, у нас есть надежда, что обновим спецтехнику, соответственно, Уралтазсервис погасит свои задолженности перед заправочными станциями, а также у них очень большая задолженность перед, то есть налоговая задолженность. А также, как вы сами знаете, в текущем году, в начале текущего года работники Уралтазсервиса тоже выходили на забастовку, требовали поднять заработные платы, так как работы, вы сами понимаете, очень тяжелые. Таким образом, тариф планируется повысить на 156 тенге. Для владельцев квартир в многоэтажных жилых домах он составит 442 тенге с одного человека. Жители частного сектора будут оплачивать по 451 тенге. Аким города Миржан Сатканов назвал повышение тарифа вынужденной мерой. Хотелось бы, конечно, чтобы город был разделен на несколько, скажем, сегментов, секторов, было несколько организаций, они бы все, конечно, бы могли убираться и брать от жителей эту оплату. Но, к сожалению, никто на этот рынок на сегодня не заходит, все только хотят работать с юридическими лицами, поэтому этот вопрос, конечно, стоит открытый. Стоит отметить, что не все депутаты проголосовали за повышение тарифа, так как при повальном росте цен заработные платы у населения остаются на том же месте. В данное время я считаю это необоснованным, во-первых, повышение, и потом слишком почти на 100%, это же, не знаю, население как воспринимает. Сам президент недавно в своем выступлении сказал, министр отругал, что вы необоснованное повышение, только говорит, умеете цены повышать, больше ничего не умеете. Здесь я просто предлагал условия, можно было еще удержаться этой фирме. Я понимаю, тяжело, фирма там дорожает кругом, но зачем? Если каждый будет цены поднимать, куда мы дальше поднимем? Не поддержали повышение тарифа и представители партии АКЖОУ. Кроме увеличения тарифа за мусор, на обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в городской бюджет. Так, к примеру, на реконструкцию автомобильных дорог из республиканского бюджета выделено свыше 734 миллионов тенге. Из областного бюджета свыше 1 миллиарда 200 миллионов выделено на субсидирование пассажирских перевозок. С учетом ряда вносимых изменений, бюджет города составит свыше 48 миллиардов тенге. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК-42.